Видео подготовлено каналом Уроки ТВ, номер 6. В одном километре 1000 метров. Сколько метров в 3 километрах? Для этого мы 3 умножаем на 1000 и получаем 3000 метров в 3 километрах. Сколько метров в 5 километрах? В одном километре 1000 метров. В 5 будет 5 умноженное на 1000. Это 5000 метров. 5000 метров в 5 километрах. Сколько метров в 9 километрах? Для этого мы 9 умножаем на 1000. В километре 1000 метров. Получаем 9000 метров в 9 километрах. Ответ. 3000 метров в 3 километрах. 5000 метров в 5 километрах и 9000 метров в 9 километрах. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.